В истории Верхневолжья много женщин, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Представители духовенства и культуры, политические деятели и спортсмены. Возле исторического парка «Россия. Моя история» работает уличная выставка «Женщины в истории Тверской области». Она рассказывает о 40 уроженках нашего региона, современницах и исторических личностях, прославивших область. Это Елизавета Аваева, благотворительница, Екатерина Фурцева, советский государственный деятель, Наина Хонина, народная артистка России, Наталья Непряева, лыжница и другие. На выставке можно познакомиться с их биографией и достижениями.